Давайте поблагодарим группу Step Sons с их композицией Corket. Огромное спасибо вам, ребята, что вы сегодня с нами. Спасибо за такое красивое и яркое начало. Step Sons! У меня мороз по коже от этой музыки. У нас, кстати, в Казахстане завтра национальный праздник, День Добры. Еще у нас есть традиция, которая, я думаю, знакома всем народам Центральной Азии. Это называется Беташар. Бета-чар, да, бета-чар в Узбекистане, когда невеста показывает свое лицо, и во время этой традиции, во время этого действия у нас принято кидать конфеты, и этот момент называется шашу, но мы его немножко чуть трансформировали. Поэтому у нас сегодня не бета-чар, у нас беста-чар! Открываем наш фестиваль! Ассаламу алейкум, хурматли дустлар! Бешинчи халкаро фестивалиге хуш келипсиз! Салеметсиз бе, хурметти достар! Хуш омадет! Саламатсиздар ба, урматту достор! Хош келдиңиздер! Хош келдиңиздер! Хуш! Приветствую вас на 5-м международном фестивале «Изякам». В первую очередь хочу представить вам моего партнера по сцене на эти два дня, Марата Садыкова. А я хочу представить мою коллегу Алевтину Мадьярову. Мы с ней будем два дня с вами. Чему очень рады. Я что тоже. Ж, этот фестиваль мы проводим уже в пятый раз. Здесь в Алматы собираем гостей, собираем друзей. Многие из вас стали уже постоянными нашими гостями. И мы очень рады вас видеть здесь. Для того, чтобы подключиться к переводу, вы видите на стенах расклеены QR-коды. На часть сессии будет работать перевод с национальных языков на русский. Но должны предупредить, что перевода на национальные языки в этом году не предусмотрено. Да, и у нас есть еще в зале волонтеры, которые могут помочь вам с переводом. Если у вас возникнут трудности с подключением через QR, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам, либо к волонтерам. Они вам обязательно все подскажут, помогут и сделают это все технически правильно. У нас еще есть наушники, там, может быть, у вас есть свои, либо вы можете получить у девочек на входе, они вам помогут подключиться и послушать перевод. Теперь хотелось бы сказать отдельно пару слов о партнерах, благодаря которым этот фестиваль состоялся, благодаря которым все происходит. Донор проекта MediaCamp, USAID, Central Asia. Генеральный партнер фестиваля Каспий-КЗ. Партнер фестиваля Департамент медиа и коммуникаций университета КИМЭП. Партнер фестиваля программный офис ОБСЕ в Душанбе. И теперь для приветственного слова я хочу пригласить сюда на сцену очень важного для нас человека. Глава регионального представительства Интерньюс в Центральной Азии Марат Бегалиев. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, дорогие коллеги. Очень рад сегодня всех вас приветствовать не только от своего имени, но и от имени всей команды Интерньюс. Не только в Центральной Азии, но и, наверное, во всем мире, потому что мы одна большая команда, и очень много-много людей задействовано до сих пор в подготовке, проведению этого замечательного фестиваля. Давайте мы поприветствуем друг друга. Как мои коллеги уже отметили, наш региональный фестиваль вместе с конкурсом для журналистов проходит в рамках большой центральноазиатской программы MediaCamp. И я хочу еще раз сказать большую благодарность нашему донору, агентству США по международному развитию USAID, за поддержку этого проекта, за поддержку не только фестиваля с конкурсом, но и многочисленных активностей, связанных с обучением, с повышением профессионализма журналистов, других медиа-специалистов, за поддержку производства качественного, достоверного контента, за содействие в совершенствовании медийного законодательства и в целом за все другие проекты, которые направлены на улучшение нашей медиа-среды в Центральной Азии. Спасибо большое. Здесь находится представитель USAID, после я с удовольствием ему представлю потом слово.
Давайте мы поаплодируем еще раз им за понимание и за поддержку важных проектов в области медиасектора. И далее я хочу обратиться к вам, наши дорогие участники, не только финалисты конкурса журналистов, которых мы позвали из всех стран Центральной Азии, но и всех других медиаспециалистов, ученых, студентов, преподавателей, которые выразили интерес участвовать на нашем фестивале сегодня и завтра. Спасибо вам большое за ваш интерес, за ваше неравнодушие не только к вашей работе, но и ко всему, что происходит в наших странах. Финалисты, вы большие молодцы. Спасибо вам за смелость, за то, что вы подаете свои работы, успеваете участвовать в таких конкурсах. Но несмотря, наверное, на очень тяжелые условия вашей работы в наших странах. Хочу отметить, что сейчас мы все сталкиваемся с большими геополитическими, экономическими, политическими вызовами, проблемами. И, наверное, вы со мной согласитесь, что сейчас роль медиа и информация играют как никогда большую и ответственную роль. И в тот момент, когда наши страны Центральной Азии сейчас еще больше сплотились не только в экономической, политической, культурной сферах, но и дополнительно военных, в логистических, в транспортных связях. Поэтому роль журналистики, роль информации сейчас очень важна. Опять же повторюсь, чтобы мы помогли нашим правительствам сделать это сотрудничество более качественным, более полезным для развития наших стран и не только. Далее я хочу сказать, что население, Интерньюс проводит очень много различных исследований, в том числе и на региональной основе. И по их результатам мы видим, что доверие населения к СМИ, к журналистам, к информации, которую они получают от вас, до сих пор как бы находится на большом уровне, да, большой процент. Исследование 22 года нам показывает, что почти половина опрошенных из трех стран Центральной Азии, это Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, доверяют телевидению, 58%. Вторым источником, которому доверяют, являются интернет-сайты, 34%. Ниже всего доверие социальным сетям, телеграм-ботам, форумам и блогам 9,4%. Но это данные за 22 год. Сегодня мои коллеги после обеда вам представят свежие данные, и мы с интересом ждем результаты, значит, 23-го, исследования 23-го года. Поэтому, ну, мы, наверное, понимаем, что очень важно сохранять очень высокую планку профессионализма, чтобы оправдать это высокое доверие аудитории. Вы видели все программу, и на фестивале мы продолжим обсуждение медиа-трендов, событий и вызовов для медиа-сообщества в Центральной Азии. Мы поговорим о том, как мы видим прошлое, настоящее и будущее медиа-пространства региона, как отражаются эти тренды в массовых коммуникациях. Мы разберем нарушения прав журналистов, бизнес-процессы в управлении редакциями, поговорим об искусственном интеллекте и о многих других важных темах. И, конечно же, мы завершим фестиваль завтра нашим традиционным награждением финалистов конкурса журналистов. В этом году, я отмечу, мы получили 652 работы на разные номинации. Ну и, конечно же, мы не сможем поработать с вами без приглашенных экспертов, менторов. И хочу сказать, что пятый фестиваль собрал 32 эксперта и ментора, и 31 из них из стран Центральной Азии. Мне кажется, это очень значимая цифра. Я вспоминаю первые наши фестивали 5 лет, 4 года назад, когда большинство спикеров были из дальнего зарубежья, из стран СНГ,
и сейчас большинство из наших центральноазиатских стран. Это говорит о многом и о том, что пул наших местных экспертов, он увеличивается. И мне кажется, отчасти благодаря работе Internews и не только других организаций, которые работают в медиасферу. Ну и, конечно, я хочу уже со своей стороны еще раз отметить наших спонсоров. Это казахстанская компания Каспий.кз, которая на протяжении уже нескольких лет, понимая важность подобных ивентов, важность поднятия проблем в области СМИ, медиа, поддерживают нашу платформу. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Каспий.кз за предоставление финансовой помощи и лично председателя правления Михаила Ламтадзе и исполнительного директора Маржана Ишибаева. Маржан, приветствую тебя. Спасибо. И еще раз с удовольствием отвечу, что нас также поддержала кафедра медиа и коммуникации университета КИМЭП в Казахстане, в стенах которого мы находимся. И это не наш, не первый, не последний ивент. Мы здесь проводили эдютоны, мы здесь проводили различные лаборатории. Наш меморандум в действии, Салтанат, вот, мы очень тесно работаем, и я рад, что это продолжается. И, конечно, хочу поблагодарить господина Милена Филиппова, заведующего кафедрой медиа и коммуникации, в летнем семестре исполняющего обязанности декана факультета социальных наук, и Салтанат Кажимуратову, старшего преподавателя, руководителя кафедры медиа и коммуникации. На этом благодарение спонсоров не завершилось. У нас есть еще один спонсор, не из Казахстана, и я хочу с удовольствием отметить программный офис Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из Душанбе. Благодаря им мы привезли на этот фестиваль несколько финалистов, участников мероприятия. И лично хочу поблагодарить исполняющего обязанности руководителя программного офиса ОБСЕ в Душанбе Тея Джалиашвили. Давайте поблагодарим. И в заключение я еще раз хочу поблагодарить вас за ваш интерес, за ваше неравнодушие участвовать в таких мероприятиях, делиться опытом, поддерживать друг друга. И хочу пожелать всем успехов, плодотворных этих дней. Искесят, көп рахмет, ташакур. Хочу пригласить с удовольствием директора офиса демократии и здравоохранения агентства США по международному развитию в Центральной Азии господина Робина Мардеуса. Пожалуйста, Робин, плиз. Good morning, everyone. It's wonderful to see such a great turnout here this morning. Доброе утро. Так рад я видеть такую большую аудиторию здесь. Извините, очки надо надеть, без очков не вижу, кажется. Дамы и господа, представители СМИ из Центральной Азии за ее пределами. Я очень также благодарен нашим партнерам из Каспий.кз, из офиса, программного офиса ОБСЕ Таджикистана. Доброе утро и добро пожаловать на MediaFest, который организован совместно USAID в сотрудничестве с сетью Internews. Для меня большая честь здесь выступать перед вами, когда мы собрались здесь для исследования темы Центральной Азии и медиа Центральной Азии прошлого, настоящего, будущего. В этом развивающемся ландшафте для средств массовой информации, конечно, различные штормы и потрясения неизбежны. Но, тем не менее, будущая траектория Центральной Азии определяется, возможно, этими шансами. И такое понимание помогает нам развивать очень сложный, всесторонний подход к медиа, которые помогут улучшить
и знания, я прошу прощения, не очень его слышно, которые включены, помогут нам разработать те темы, которые необходимо будет включать в различные медиа-контенты продукты нашего будущего. Анализируя нынешнее состояние, мы можем определить, мы можем понять такие цифровые платформы, социальные сети и вообще платформы, на которых работают журналисты. Организация этих таких мероприятий помогает специалистам от медиа, исследователям, ученым подготовиться к вызовам, а также возможностям будущего. Понимая будущую траекторию в Центральной Азии, развитие СМИ, также Центральная Азия увеличивает объем информации, конечно. Здесь, естественно, тоже общественно там поддержана и дезинформация, и внешним влиянием, и пропаганде. Мы особенно заметили во время пандемии COVID, какие есть последствия распространения ложных новостей, и как они заменяют, как они распространяются по социальным сетям, тем самым вводят людей в заблуждение. Отключите лишний микрофон, очень прошу. Тем не менее, СМИ должны выполнять главную роль для того, чтобы бороться со всеми этими сложностями. Мы, как СМИ, имеем ответственность и обязательства по сбору точной информации и по проведению информационной грамотности, кампании по информационной грамотности и информированию всех учреждений, включая государственные учреждения. Мы, ЮСАИД, со своей стороны, остаемся приверженными оказанию поддержки СМИ по всему региону и поддерживаем профессионализм журналистов через наши программы обучения, через инициативу по повышению потенциала сотрудничества с местными органами самоуправления и местными организациями гражданского общества. И вместе, я уверен, мы можем коллективной своей работой оказать большое влияние, производя тысячи и тысячи различных материалов по разным и разнообразным темам, которые могут варьироваться от гендерного насилия, людей с инвалидностью, школа и общей окружающей среды. Помимо этого, в рамках этого фестиваля проводится Media Camp Award, то есть награда, которая отмечает выдающихся журналистов и за их работу в Центральной Азии. Вот очень важно, чтобы мы признавали вашу работу и ваши усилия по информированию общественности, потому что вы предоставляете очень ценную услугу вашим сообществом. Эта престижная награда помогает нам признать выдающиеся достижения по производству местного контента. Выигрыши победителя Media Camp Award будут объявлены завтра, в последний день, и это является важным признанием их вклада в все эти задачи. Также я хотел поблагодарить своего партнера Интернет-Сумэтва за сотрудничество и за организацию этих мероприятий, и также для другим спонсорам, которые щедро вносят свой вклад в поддержку этого темы журналистики. Ваша помощь очень важна для создания живого, всеобъемлющего и инклюзивного журналистского общества Центральной Азии. В заключение я хочу привлечь вас принимать участие активно во всех обсуждениях, делиться опытом, делиться знаниями и налаживать новые связи с вашими коллегами-журналистами. Вместе я уверен, что мы можем создать информационную систему, которая даст информацию, даст полномочия гражданам наших стран и поможет развивать в дальнейшем развитии наших государств. Спасибо большое. Желаю вам очень вдохновляющего и плодотворного медиафеста. Спасибо. А у нас на сцену приглашается генеральный партнер фестиваля Каспий и исполнительный директор Каспий Маржан Ершибаева. Маржан, рад тебя видеть. Мне очень радостно находиться здесь и благодарю за предоставленную возможность поприветствовать участников конференции. И я хочу сказать, что я 12 лет проработала в Интерньюсе, я совсем не чужой человек Интерньюса, хоть я сейчас не работаю в Интерньюсе, но все равно бывших интерньюсовцев не бывает. И я очень счастлива находиться здесь, в этой атмосфере и поддерживать профессиональные мероприятия, потому что, как бы мы ни говорили, но журналистика, СМИ – это все-таки ремесло, которому необходимо обучаться. И именно в стенах Интерньюса обучают этому ремеслу, таким элементарным, элементарным для журналистов вещам, там, как писать заголовки, как писать материалы, как делать телевизионные репортажи. Это все всему этому обучают в Интерньюсе, и
казалось бы, я говорю очевидные для вас вещи, а сейчас, работая в бизнесе, хочу сказать, что вы знаете, как общество чувствительно к каждой фразе, каждому слову и к заголовкам. Вот каждое слово, каждый оттенок, даже запятая иногда может повлиять на целый ход событий, даже исторических процессов, потому что сегодня вы понимаете, как очень быстро движется время, как быстро происходят события, как сегодня в эпоху разных дипфейков, новых технологий, когда там искусственный интеллект создает заголовки, фото, публикует материалы, сейчас даже сюжеты, да, телевизионные целые программы, созданные искусственным интеллектом, и GPT-чаты, которые тоже вовсю сейчас очень популярны. И это круто, что есть организации, которые учат этим всем пользоваться так, чтобы это было полезно для нашей профессии. Еще раз хочу сказать, что, вы знаете, ну вот так важна ваша профессия, очень важна ваша профессия, наша профессия, потому что информация – это вот то, что сегодня, ну, очень ценный ресурс и ценный материал, даже порой дороже денег. И сегодня, когда очень много соцсетей, телеграм-каналов и ощущение, что уже не свобода слова, а свобода лжи, очень ценны люди ваших компетенций, которые умеют профессионально работать с информацией, проверять ее, перепроверять, опровергать и прочее. Так что желаю вам хорошо провести эти дни с пользой и удачи в вашем нелегком труде. Спасибо. Рахмет. На сцену приглашается партнер фестиваля, департамент медиа и коммуникации университета КИМЭП. И представляет его доктор Милен Филиппов, исполняющий обязанности декана факультета социальных наук и заведующий кафедрой медиа и коммуникации университета КИМЭП. Ну и еще мы приглашаем Салтанат Кажимуратова, старшего преподавателя кафедры медиа и коммуникации университета КИМЭП. И небольшое замечание от наших техников. Пожалуйста, ближе к микрофону все спикеры. Слышно? I know several words in Russian, but anyhow. Я несколько слов всего знаю на русском, но тем не менее. Добрый день, дамы и господа, добро пожаловать в КИМЭП. Я очень рад тому, что мы являемся партнерами этого уникального события. Я хотел бы выразить свою благодарность и уважение вам, журналисты, потому что вы помогаете человеку, обычному человеку, ориентироваться в своей жизни и принимает какие-то решения, основываясь на то, что вы рассказываете в своих материалах. Меня зовут Милен Филиппов. Я из Болгарии. И и у меня, и у моей страны есть нечто схожее с вашей страной в прошлом. И это, конечно, сильно повлияло на то, как СМИ освещают события в нашей жизни. Ну, в этом смысле прошлое, конечно, это самый лучший учитель, потому что это помогает нам понять, что мы можем и что мы можем надеяться достигнуть в будущем. Я хотел бы выразить благодарность Интерньюсу за организацию этого мероприятия, за то, что вы именно проводите его в нашем университете. Это огромная честь и огромный такой опыт своего рода проводить медиакамп у нас здесь, потому что это нам поможет самим научиться чему-то на опыте прошлого и понять что-то о будущем. Когда я приехал сюда в 2017 году, я ничего не знал о Казахстане. Но через студента своего я кое-что узнал о СМИ, который работал
в одной казахскоязычной редакции. И оказалось, что эта казахскоязычная редакция смогла сохранить кое-что очень важное, а это национальную идентичность. Я уверен, я этому научу своего студента, я уверен, что также и вы через образование, через распространение информации вы можете помочь сохранить самую главную вещь. Кто, который отвечает на вопрос, кто мы как нация. И еще одну вещь я хочу сказать, что я хотел бы услышать и узнать, какую роль образовательная система играет для СМИ. Потому что в тот момент газета «Казах», она как раз таки смогла этим и заняться, образовывать людей, обучать людей, помогла научить людей тому, что происходит в мире. Ну, не только рассказывая о том, что происходит в нашей ежедневной жизни. Спасибо большое. Хошке, да, я продолжу. Добро пожаловать. Welcome to Kimweb. Здравствуйте, добро пожаловать. Я очень рада приветствовать всех участников сегодняшнего медиафестиваля в нашем любимом университете. Kimweb – это место, где не только проводят обучение, это место, где обсуждаются различные вопросы. В Kimweb всегда открыты двери для совместных проектов, для разных, проведения разных мероприятий. И мы очень рады также сотрудничеству с Интерньюс, Центральная Азия, Интерньюс, Казахстан, потому что, как Марат отметил, мы уже сотрудничаем продолжительное время и рады продолжать его дальше, потому что Интерньюс всегда проводит такие действенные ивенты, мероприятия. И хотелось бы сказать, что наша кафедра, кафедра медиа и коммуникации, мы тоже занимаемся обучением специалистов медиа-индустрии, потому что вы все понимаете, что сегодня медиа и коммуникации – это возможности и это ответственность. То есть мы готовим своих студентов максимально практически использовать свои знания в этой современной медиа-индустрии. И кафедра медиа-коммуникации предлагает две программы – это бакалавриат и магистратура. Ну, учитывая все потребности рынка, мы стараемся всегда консультироваться с профессионалами, которые работают в этой сфере. У нас есть специальный advisory board, где мы постоянно спрашиваем, что же сегодня нужно, что изменилось в этой сфере, в нашей сфере, да, в сфере медиа и коммуникации. И мы стараемся максимально приблизить свою программу, программу обучения студентов тем навыкам, тем компетенциям, которые сегодня востребованы. Поэтому я хотела бы сказать, что сегодня у нас предлагаются специализации и курсы, которые важны сегодня, уже отмечали спикеры здесь до нас. Это цифровая журналистика, это подкастинг, как работать с SMM, то есть как правильно и креативно и грамотно подавать информацию, то есть достоверную информацию. Медиаграмотность – это тоже очень важный навык, который необходим для всех, не только студентам, не только школьникам, ну то есть всем сегодняшним гражданам, которые получают огромный поток информации из разных медиаплатформ. Поэтому сегодняшний медиафестиваль – это очень важное событие не только вот для вас, я думаю, для участников, и для наших студентов, которые тоже находятся среди вас. Они будут учиться у вас, у практиков, у профессионалов. И я очень благодарна за это нашим партнерам и всем вам. Спасибо огромное, всем желаю удачи, успеха и интересных идей и творческих порывов. Я думаю, это мероприятие, эти два дня пройдут замечательно в нашем любимом университете Kimweb. Спасибо.